Всем привет! Я приветствую вас на своем канале. Мой канал посвящен обзору ICO. Я всегда выбираю самые жирные, сочные и перспективные. И сегодня мы поговорим об Альфа Энзо. Довольно интересный проект. Ребята хотят создать графический интерфейс для блокчейна. Да, графический интерфейс. Они хотят визуализировать блокчейн, платформу. Это будет как какая-то, косвенно говоря, соцсеть, в которой будет реклама, в которой можно будет общаться. Они хотят создать глобальный собственный рынок, создание термального оборудования, отдельную общую децентрализованную экономику. Вот, посмотрим на этот трехслойный пирог. Пирожок. Блокчейн на Ионе, смарт-контракты. И вот мы, наша юзерская верхняя площадочка Альфа, это как раз таки мессенджер, между собой можно будет переписываться, будут какие-то там блогеры, реклама и будет оценочная система. Можно будет выставлять оценочки каким-то проектам, монеткам и людям, что угодно. Это все, поскольку это все подкреплено баблишком, по-моему, интересно, качественно, добротно, зашибись. Пак, так, смотрим. Приват сейл закончился уже, сейчас идет при ICO с 3 августа по 15 ноября. Мы сейчас находимся в середине. Так, за один эфириум можно купить 40 почти тысяч НЗО токенов при нынешнем курсе. Вот. Дальше на ICO цена будет в 2 раза больше. Можно будет купить почти 20-ку. По нынешнему курсу, еще раз повторюсь. Дальше 60% на продажу. 25% создателям, 10% идет команде, 5% резерв. Я бы, конечно, в резерв больше вложил. Дальше партнеры интеграции, смотрим. Вот эти компании, даже Википедия вписалась. Смотрим дорожную карту с 3 квартала 2016 года она началась. И вот расписано вплоть до 2020 плюс. Так, посмотрим белую страничку обязательно. Вот, перед покупкой. Всем обязательно ознакомиться с ней. Далее смотрим команду. Тони. Посмотрим, вот эти девочки, как я понял, блогеры будут поддерживать канал. Очень интересно. Я не помню, чтобы у кого-то была такая поддержка. Все, всем спасибо за внимание. Каждый сам решает, куда вкладывать свои деньги.